Во Франции накануне 70-летия высадки союзников в Нормандии начались официальные торжества. Та операция открыла второй фронт. В боевые действия против фашистской Германии вступили США, Великобритания и Канада. Основные праздничные мероприятия запланированы на пятницу. А в четверг во Францию прибыл британский принц Чарльз с супругой, посетившие мост Пегас, который стал первым местом, освобожденным британскими десантниками на французской земле. Высокие гости почтили память погибших во время высадки, возложив венки к монументу, установленному в их честь, и пообщались с ветеранами войны, участвовавшими в операции. На Ближнем Востоке с нами бывало и похуже, но это тоже было очень страшно. Этот участок обстреливался из минометов и артиллерии с дюн на задней части пляжа. Но мы все же смогли пройти через него. Значительная часть войск, участвовавших в высадке во Франции, отправилась из английского порта Портсмут. Современные британские и голландские десантники в четверг продемонстрировали там свои навыки. В пятницу главы около 20 государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, наблюдать за которыми на побережье Нормандии будут, как ожидается, около миллиона человек.